Бийское предприятие стало образцом на федеральном уровне. О компании «Эвалар» написали журналисты издания «Ведомости». Они затронули острый и важный для нашей страны вопрос – открытие корпоративных детских садов. Оказывается, что в России это большая редкость. Социально ответственных предприятий не так уж и много. Хотя решение этого вопроса важно прежде всего для самих работодателей. В первую очередь, привлечение высококвалифицированных специалистов с других регионов. Детский сад «Золушка» открыли еще в 2008 году. «Эвалар» выкупил двухэтажное офисное здание. На его реконструкцию ушло 76 миллионов рублей. Если учесть, что 556 сотрудников, то есть более половины работающих в компании, люди в возрасте до 35 лет, то детский сад – это важная часть соцпакета. Лучший в городе детский сад посещают не только дети сотрудников фармпредприятия. На коммерческой основе сюда могут ходить все желающие. Здесь созданы все необходимые условия. Есть бассейн, спортзал, с детьми занимаются логопед, преподаватель английского и психолог. За 5 лет компания «Эвалар» в корпоративный детский сад вложила более 200 миллионов рублей. В этой фиолетовой комнате мы с детьми играем. Как известно, эта игра – это ведущий вид деятельности ребенка. Вот здесь у нас, посмотрите, очень много живет интересных таких и зверята, и, как мы говорим, и ползают, и жужжат, и летают. Этот детский сад мне очень нравится. Он для меня родной, уютный, добрый, хороший. Каждый день я здесь вижу веселье, смех. Я с удовольствием иду на работу. Я не могу без этих маленьких и шумных, и беспокойных детей.